переходим к нашей следующей номинации. Номинация за духовное возрождение общества. Для вручения на сцену приглашаем удивительную девушку, фэшн-стар, продюсер, писатель, композитор, автор бестселлера «Остаться в живых». Она вошла в топ планеты, имеет множество музыкальных наград, а также премию за спасение жизни и орден за сотни благотворительных концертов. Итак, Лама Софолова! Ждем вас на этой сцене, давайте, я знаю, что там круто! Лама Софолова, друзья! Победитель номинации за духовное возрождение общества получает премию Елена Стажук. Ваши аплодисменты, основатель и руководитель школы иконописи «Русская иконописная школа», член Союза художников России и ЮНЕСКО, художник-иконописец, основной посол русской иконописной школы РИШ. Иконопись наряду с русским языком и славянской письменностью является скрепой, играющий большую роль в объединении России и всего русского мира в единое целое. Итак, ваши громкие аплодисменты! Скажу несколько слов после нашей героини, а вам предоставляется слово. Дорогие мои, спасибо. Это чудесно. На самом деле у святых отцов есть такое выражение: «Дух дышит, где хочет». Мы сегодня очень много говорили о том, как помочь человеку сохранить и улучшить его тело, его жизнь, душу. А вот о духе говорили мало. А человек, каждый из вас, каждый, это дух, душа и тело, дух выше. И мы в нашей русской иконописной школе научили людей делать, казалось бы, невозможное. Люди начали писать иконы, даже те, кто вообще не умеет рисовать. Те, кто ни разу в жизни не брали в руки кисточку, создали свои первые образы. И это чудо, на самом деле, настоящее чудо, которое происходит сегодня. В начале, в самом начале, когда я была, как я сама говорю, просто художник-иконописец, который очень любит свое дело, я живу иконописью, мои родители художники, и это было главным делом моей жизни. Получилось так, что это оказалось нужно большому количеству людей, которые пришли к осознанности, которые захотели позаботиться о своем внутреннем мире. И что, какая вот цель жизни, да, у вас? Это все-таки счастье, все хотят быть счастливы. А это невозможно без покоя в душе и мира. И вот именно это происходит с нашими учениками. Их уже больше 1000 по всему миру. Спасибо большое моей команде. Я за светом не вижу. Это Олег, это муж, это девушки. У нас сегодня несколько человек. И каждый из вас, это образ Божий. И если вы посмотрите в зеркало, то обязательно это увидите. Посмотрите сегодня на себя именно так. Спасибо. Громкие аплодисменты. Дорогие мои, вот то, что сегодня я сегодня вручаю вам награду, это, наверное, Божье провидение, потому как я, конечно же, человек верующий, и у меня дома очень-очень много икон, и, может быть, какие-то из них именно ваших рук. И на самом деле, конечно же, хочется сказать самые главные слова сегодня этому залу. Если Бог с нами, то не важно, кто против нас. Россия – великая наша держава, великая, любимая наша страна. Все будет хорошо. Будьте счастливы. Друзья, ваши громкие аплодисменты! Русская иконописная школа возникла на моей методике. А методика выросла из моего детства, из жизни, наверное, моих родителей, потому что я из семьи художников. И иконопись является моим делом жизни. И потом это естественным путем, конечно же, при помощи большой дружной команды, которой я благодарна, команды Русской иконописной школы, это стало возможным притворить в жизнь. То есть у нас обучаются люди с нуля,
Они находятся по всему миру. Обучение происходит онлайн. И методика обучения построена так, что человек маленькими шагами, начиная с полного непонимания еще, как вообще, что делать и как быть, и как пользоваться материалами, инструментами, потому что они особенные в иконописи. Больше нигде такие не применяются. И благодаря тому, построенной методике обучения, человек по шагам приходит к написанию первой иконы. А как вы пришли к тому, чтобы преподавать написание иконы? Ведь это же, мне кажется, сакральное действие какое-то. Это, да, для каждого человека это, во-первых, решение пойти учиться. Это душевный порыв. Кому-то это даже снится во сне, после этого не приходит на обучение. Чего только не бывает. Кто-то в тяжелый момент жизни приходит учиться. А я пришла к преподаванию. У меня возникло такое... Желание, потребность. Тут не только потребность, тут больше была потребность людей. Все больше и больше людей стали просить, да, о том, чтобы появилась школа в Самаре. Я из Самары, и школа сейчас территориально находится в Самаре. Там не было иконописной школы, и было много желающих, в основном это были взрослые люди. Я сначала набрала группу офлайн, потом вторую, а потом появилась необходимость набрать людей. Они хотели, просились из соседних городов, из соседних стран, просили записать уроки. И вот так появилось онлайн-обучение. А как они узнали, что именно вы умеете это делать? Они увидели опыт первых учеников и захотели так же. Потому что мало кто учит людей именно с нуля. Это, да, это так. И, конечно же, помогли. Например, у меня есть партнер Олег Юга, это продюсер школы, русской иконописной школы. И благодаря этому человеку появилась возможность выйти в онлайн. Он показал, научил. Я сама даже не верила, что в онлайн можно учить иконы писать. Но так сложились обстоятельства. Пандемия в то же время еще, вот нам, может сказать, подтолкнула нас. И люди находили в этом спасение, умиротворение и в сложных жизненных обстоятельствах. А вот сейчас особенно это очень оказалось нужно и востребовано, потому что человек находит душевный мир и покой, занимаясь этим делом. Вот так. Ну, слушайте, вот вам рецепт, целое событие, как найти мир и покой. Займитесь написанием икон. Есть школа, можно онлайн, можно офлайн. И вот он вам и поток, и творчество, и благо, и вообще все вместе. Новая жизнь у наших учеников, как они сами говорят, появляется смысл жизни после того, как они нас находят. И у меня у самой ни разу не возникало ощущения, что я занимаюсь чем-то не тем. Это на самом деле полная осознанность и такое глубокое, спокойное, тихое счастье заниматься иконописью.